Никита, возвращаясь к вот этому разговору, который мы, по-моему, с тобой поднимали, у меня это ощущение, что ну, это вы его таким сделали. Тем, что дали ему вот эту популярность и немножко не проконтролировали, как он ей распорядится. Смотри, когда краб изменился... Когда это произошло? Это ровно тот момент, когда он ушел на спорте. То есть я не виноват? Ну, я не хочу говорить, кто виноват, но это, знаешь, братан, это тот момент, когда он именно почувствовал большие деньги, у него там появилась другая БК. Друзья, окружение. Друзья, тусовки, все такое. И он ушел в эту жизнь с головой, поэтому вы все видели, какой краб был Метудроц в периоде 14, 15, 16, 17, 18 лет. Человек, который каждый день тренировался, жил футболом и нес не сигналы на ракету молодежи, а нес сигналы о том, что надо вести здоровый образ жизни и идти к своей мечте. А ему там какие-то сумасшедшие бабки на спорте ожидали, да? Да. Ну, типа за переход там, да, единичку вроде обещали. Подъемные миллион рублей за переход. Ну, не весь в итоге выплатили. Ага, и типа какой-то... Ну, хороший контракт с букмекером. Оклад еще.